«Утро страны» на телерадиоканале «Страна-ФМ». Еще раз всем доброе утро, друзья. Это телерадиоканал «Страна-ФМ». Здесь Влад Кутузов, Валерия Майорова. И как мы обещали, в 9.00 мы перестали быть одиноки и стали соображать на троих. Правильно говорю? Это удивительный волшебный момент. Нам всегда приятно встречать гостей. Особенно таких, как сегодня. Роза Мажонс у нас в гостях сегодня, друзья. Доброе утро, привет. Доброе утро. Влад, у нас дамский угодник. Он сразу растаял, сразу весь. Я хотел по традиции спросить, Роза, как добралась-то? А потом подумал, что ну и ладно. Не, ну на самом деле сегодня очень сложные какие-то приключения у всех с дорогами. Поэтому если добралась, то это уже, мне кажется, хорошо. Скажи мне, пожалуйста, вот сегодня тебе пришлось достаточно рано встать. Это вообще в твоих правилах? Ты встаешь на заре, выпиваешь чашечку кофе, думаешь о чем-то хорошем, или ты все-таки, как вот все артисты, ночью тусишь, поешь, сочиняешь, а потом вот просто спишь до обеда, и это твой график. Ой, какой был прекрасный первый вариант, но это так редко удается, вот утром проснуться, выпить чашечку кофе. Например, сегодня я вообще не спала. Ой-ой-ой. Вот, то есть у меня вообще вот просто не удалось поспать. А в чем секрет? Ты такая свеженькая. А вот я маску на лицо сделала. Вот. Я просто в 6.30 поняла, что все, как бы утро, и мне пора уже идти к вам в гости. Я достала свой экспресс. Лучшие маски для лица, и вот видите, я... Слушай, скажи, пожалуйста... Чашечка кофе. Ну, чашечка кофе обязательно, без него-то и, собственно, до слова в предложении складывается. А у тебя вот масочки, это что-то, ну, без рекламы, без всего, это достижение современной косметологии, или, может быть, есть какой-то бабушкин способ, что ты там трешь, я не знаю, морковь натерпи. Чисто женское пошло уже, я понимаю. Я посижу в стороночке. Чисто это выглядит. Самое наипростейшее, вот что просто может быть, трехкопеечное в аптеке, я вам потом по секрету скажу. Серьезно? Да. Все, хорошо. А у меня сразу вопрос, вытекающий логично из того, что вы рассказали только что. Это подходит только для девочек или вот нам, мальчикам, тоже можно этим пользоваться? Ну, пусть, ну потому что мы тоже иногда расскажем. Не в порядке просыпаемся. Да, это абсолютно без возраста и без пола и мужчинам, и женщинам. Слушайте, у нас... Недорого, да? Совсем? Недорого, да. Хорошо. Хотя ты богатый человек. Мы потом расспросим подробнее. У нас просто, я хочу просто со слушателями и зрителями поделиться историей. Интересная ситуация произошла. Я вот сегодня хожу с твердой уверенностью, что мы с Розой уже знакомы, что мы с ней уже проводили интервью, и все у нас было хорошо. Роза говорит, я у вас впервые в студии. Ну и по традиции, раз ты у нас в студии впервые, как тебе впечатление о нашей студии? У вас очень уютно. И... то, что я заметила, мой любимый оранжевый цвет присутствует. Вот. Мы перекрашивали всю ночь. Во-первых, осень. Вот осень. Он вообще сейчас актуальный. Он очень теплый, гостеприимный. Мне у вас нравится. Можно я у вас останусь? Оставайся. Мы не против вообще. До 11 вообще без проблем. А там тоже можно договориться. Похлопочем. А ты вот говоришь, что ты любишь осень. Это потому что ты, как Александр Сергеевич, осенью у тебя чувств порывы. Ой, ну знаете, для меня нет времени года любимого. Осень всегда была любимым временем года до тех пор, пока я не стала жить в Москве. Фера. Здесь уже не имеет значения вообще никакое время года. Это правда, кстати. Да, осень, она меланхолична, и просто для творческого человека это такая пора, когда вот можно творить. Лето — это время отдыха, созидания, а вот осень — вот начало, подъем. Ну, то есть у тебя не бывает такого, да, как у большинства людей? В Москве у меня не бывает. Вот это вот так, сейчас октябрь, ноябрь, декабрь, ну, а там в апреле как-то оживем мы потихонечку уже, и все будет хорошо. Мне кажется, в Москве весь год какая-то большая осень. Одна большая движуха. Ну, и большая движуха и осень. И это помогает творческим людям творить даже летом. Я так понимаю, что этим летом ты плодотворно поработала. Да. Ну, давай рассказывай. Что ты показала, что явила на свет своим поклонникам? У тебя же вышло две песни, там практически вот одна за другой, да? Два после клипа достаточно даже. Такого долгого перерыва, ну, больше, чем полугода у нас был перерыв, и летом мы активно взяли, в общем, себя в руки и стали работать над новым альбомом, и вот вышло уже два новых трека. Первый в августе стартовал, «Пина Колада», такой летний достаточно, вот, сочный. Вот, а второй трек, который сегодня я буду представлять у вас, это «Голая любовь» и видеоклип на эту песню. Так, про «Голую у любовь»... У нас будет премьера, я хотел бы уточнить, мне интересно стало. Давай. Откуда такое провокационное название? «Голая любовь». Вот так прям «Голая любовь». Правда. Прям вот, ну, как-то хочется сразу же, хочется поскорее посмотреть. Я уже как-то даже выступала на одном из концертов в Москве, и мне там даже запретили под этим названием. Серьезно? Да, потому что «Голая любовь». Оказывается, оно такое достаточно. Рисует картинки. Имеет ограничение по возрасту, да. И нам предложили, давайте назовем песню «Ва-банк». Мы очень долго смеялись, вообще не понимали, почему так. Мне кажется, это в корне меняет смысл совершенно, и не в ту степень. Про любовь. «Голая любовь», ну, это такая аллегория, да, наверное, это
любовь чистая, искренняя, а когда она чистая, искренняя, она голая, она прозрачная, незащищенная. В смысле обнаженных чувств, а не чего-то другого, правильно же? Да, ну, конечно, да. Так что не надо никаких вабанков нам. Никто зачем ничего нам вабанки? Не обнажал, кроме чувств, ничего. Слушай, ну вот расскажи, ты работаешь, ты главный человек в своем творческом процессе, или у тебя есть люди, которые тебе говорят, Роза, будем делать вот это, петь вот нет, так? Нет, я главный человек. Пока. Ну, то есть ты рассматриваешь вариант, что когда придет кто-то, кого ты посчитаешь умнее. Если придет какой-то большой брат, например, Макс Фадеев, и скажет, вот я тоже про него сейчас подумала. Да, прекращаем вот эту твою самодеятельность. Тогда я скажу, да, прекращаем. Максим Александрович, может быть, вы слышали только что? Роза готова посотрудничать. Приходите, пожалуйста. Ну, это хорошо, когда все-таки ты чувствуешь себе способность принять чье-то превосходство в определенном моменте, да, и сказать, я прислушаюсь, потому что человек действительно сделает грамотно. Продукт. Слушайте, ну у нас вот совсем скоро уже, через две минуточки, премьера трека, премьера песни, премьера клипа, вот та песня, которая называется «Голая любовь», о которой мы начали говорить. Давай, может быть, чуть-чуть предварим, как бы, выход премьеры нашей песню, сегодняшней. Про саму песню, да, кто ее написал, как ты о ней узнала, какие у тебя были первые впечатления? А, песню написал Вячеслав Требуховский, не знаю, говорит вам что-то это имя или нет, автор из Украины. А, песню мне отправили, как только ее написали, как только я ее услышала, я сразу сказала «да». А писали прямо под тебя? Это была первая песня, да. Это была первая песня, в которой я не поменяла вообще просто ничего по тексту, просто добавила одну фразу там вот, где на высоких нотах, «искушение», все. То есть эта песня просто сразу вот, я влюбилась в нее. Хорошо, а потом, значит, пришла идея снять клип. Да. И вот тут тоже такой момент. Иногда, когда ты слушаешь песни, у тебя один видеоряд перед глазами, а приходит режиссер и предлагает что-то совершенно другое. Да, именно так и было. Совершенно другой у меня была совершенно другая картинка, но мне посчастливилось познакомиться с Ириной Мироновой, которая просто разрушила все мои картинки. Все мои женские представления. Она сказала так, никаких сопливых не будет у нас сползаний по стене и так далее. Мы сейчас сделаем очень круто, стильно и покажем тебя так, как я тебя вижу. И я полностью ей доверилась, потому что это человек своего дела. И мне просто профессионал такого уровня, когда просто мне нечего было добавить. Я действительно была довольна полностью монтажом, съемками. Обычно я всегда лезу в процесс. Хотя Ира считает, что я все равно лезла. Это было, Ирочка, доброе утро. Это было минимально от меня, потому что, ну, мне кажется, у нас очень сложился такой тандем с ней творческий. И продуктом ты как бы гордишься, ты им довольна на все 100%. Я слушай, ну может музыкант сказать, нет, не нравится может, мне. Может, нет, бывает, приходит. Даже когда снимает Миронова еще, о чем ты говоришь? Скажи, пожалуйста, огромное количество просмотров же сейчас, да, за какой-то короткий промежуток. Какая цифра сейчас там? 1,5 миллиона, по-моему. Это на Ютубе, а ВКонтакте сегодня ночью смотрела уже 4. Потрясающе. И в iTunes там тоже, по-моему. Да, в iTunes мы почти неделю или 8 дней были в топ iTunes, даже на первом месте. Правда, час. Обалдеть. Это круто. Роза, у нас через 15 секунд премьера, пожалуйста, давай ты ее прямо сейчас представишь. Дорогие друзья, во-первых, доброе утро. Я хочу вам пожелать, чтобы каждое утро у вас начиналось с любви. Обязательно будьте любимыми и любите. А вам я хочу представить свою песню, которая называется «Голая любовь». Пусть у вас всегда будет каждая ваша любовь голой, искренней и прозрачной. Вот. И обязательно взаимной. Все, приятного смотрим, просмотра. Смотрим и слушаем. Поехали. Монополия больна. Ты моих ночей изменение, наших двух миров разрушение. Ты разлитый кофе, моя катастрофа. Сантиметры, метры, километры измеряют тень твою ветром. Прощай. Голая любовь моя, обнаженная, через тысячи планет, разрушенная. Твоим холодом согреть не получится.
кофе, да. Ты мое разрушение, ты мое искушение. Телерадиоканал «Страна ФМ». Роза Мажон с потрясающей премьерой. Роза, поздравляем тебя с премьерой. Спасибо большое. Ну, вот прям про свое, про девочковое. Потрясающий, стильный, яркий клип. И вот давайте, может быть, немножечко рассказываем зрителям и слушателям то, о чем мы общались вне эфира. Выглядит там свет таким образом, как будто все вот прям нарисовано, как будто все для того, чтобы это было нагнетающе, стильно, модно. Но на самом деле природа, да, помогла? Да, действительно, это был какой-то, не знаю, просто чудесный день. Накануне нас предупредили о том, что будет просто невыносимая жара до 55 градусов, и мы накануне с Ириной вечером просто уже молчали о том, что мы понимали, что мы вообще ничего не снимем. Более того, нам придется добавлять еще съемочный день, и вообще мы не понимали, как это возможно, потому что при такой жаре там вообще не было даже где укрыться. Тени абсолютно никакой. Ну и вообще, аппаратура вот эти вот, могла вся плавиться. Капельки пота вот здесь. Это вот, да? Это еще был беды, да. И когда мы проснулись утром в 6 утра, и я увидела вот эти тучи, я так думаю, да нет, это просто утро раннее, сейчас все к 9 начнется вот этот ад, сам, который, о котором нас предупреждали. 9, 10, 11, 12. Ира ко мне подходит во время съемки. Роза, говорит, у тебя там что там? Договоренности. Какие-то договоренности. Я говорю, Ир, я говорю, если завтра будет такая же погода, то нет. Но если завтра будет адская жара, то, видимо, да. Это действительно был один вот такой день. Нам просто очень повезло. А сняли вот все за один день? Да, мы сняли за один день, более того, раньше, на два часа, еще успели поужинать возле моря в ресторанчике. Слушай, на самом деле было круто, потому что мы привыкли, что клипы вот подобного, где море, да, где все вот это вот теплые страны, да, бассейны, полуоголенные тела, там всегда ярко светит солнце. Угу. И история понятная. А здесь вот совершенно все по-другому, и мне кажется, даже очень хорошо, что получилось. Слушай, именно так, потому что это такая вообще выделяет клип среди других, потому что нет вот привычного нет, да, того, что мы обычно видим. Свет в главной роли, и роль у него какая-то драматическая, да, несмотря на то, что мелодия идет какая-то легкая, а общее впечатление вау. Вот. А в Стамбуле, да, снимали все, да, это? Удалось, помимо съемочного процесса, как-то насладиться вообще пейзажем? Вообще никак. Нет, вообще просто никак. Сколько вы там были? Долго, нет? Три дня. Это работа с большой буквы, потому что периодически артисты говорят, ну, ездили там на три недели, на месяц, заодно и клип сняли. Это мечта также у меня. Не осуществилось, ну, пока. Ничего, ничего. Впереди много песен, много клипов, и еще удастся. Кстати, про много песен и про много клипов. Мы начали говорить в начале о том, что работаешь ты сейчас вот прям так ударно, потому что новый альбом у тебя совсем скоро выйдет. Давай поговорим о нем, когда он выйдет и чего ждать твоим поклонникам. Мы сейчас сосредоточены на этом процессе. К концу февраля готовим выпуск моего первого альбома и в связи с этим первого моего большого сольного концерта в Москве. Так, вот уже становится интереснее. А сольник, мы можем сказать, когда он будет? Ну, это будет где-то в конце февраля, в конце зимы. В начале года? Да, планируем. Дай бог, чтобы нам ничего не помешало. Вот пока такие планы. Сейчас работаем над альбомом. Слушай, ну вот про сольник спрошу. Там вот есть люди, которые сосредотачиваются полностью на голосе, да? То есть ты выходишь, и у тебя прекрасные вокальные способности, и ты поешь. Либо ты забабахаешь какое-то все-таки шоу с балетом, с танцами. Как будет? У нас там будут номера, где будет обязательно балет. И это будет обязательно живой звук, это будет обязательно живой бенд. И будут очень интересные песни, композиции, которые войдут в этот альбом, но не будут выпущены как синглы, которыми я очень горжусь, и жду этого момента, когда я смогу полностью. И название альбома, оно пока еще в тайне. Да.
Оно есть уже? Есть. А, уже есть. Ну, говорить нельзя. Нет. Эх, не удалось узнать. Друзья, мы хотим напомнить. Кстати, да, как вариант. Да. Мы хотим напомнить, Роза Мажонс у нас в гостях сегодня. И, пожалуйста, друзья, свои вопросы Розе присылайте к нам на WhatsApp и Viber. Плюс 7-909-928-189-9. И группа ВКонтакте. Там есть специальный пост с потрясающей фотографией. Вот ждем ваших вопросов, пожалуйста. Фотографии, которые прям пишите. Слушайте, ну, вот мне здесь написали сообщение, но оно такое большое, поэтому вы... А ты его как-то квинтэссенцию оттуда вытаскивай. Да. Вопрос Розе. Смотрим сейчас с женой. Случайно увидели, то есть на телерадиоканале случайно увидели, хотя мы анонсировали, между прочим, несколько раз. Жена просто слушает в машине вашу Мадонну, и не беда. Вот теперь будем знать, что у вас появилось новое слово в творчестве. Ну и вот хотел жене сделать подарок, сводить на концерт, но и нашел только то, что не в Москве. Константин, вот мне кажется, только что Роза отвечала на ваш вопрос до того, как вы его прислали, что сольник будет очень скоро, будет, и вы сможете... На самом деле, многие пишут и спрашивают, но я к этому подхожу очень так серьезно, маленькими-маленькими шагами, для того, чтобы это был такой полноценный, не просто заявка о себе, а вот прям такой вот, как вам сказать, вы же ко мне в гости придете, я должна все подготовить. Роза, скажи, пожалуйста, вот в новом альбоме есть чуть немножечко приоткрыть, да, завесу тайны, там какой он будет? Там больше медленных песен вот таких, или больше энергичных? Ну вот помимо тех, которые войдут, да? Больше, Пиноколада же войдет, да? Больше песен, но обязательно будут две лиричные композиции, которые... Чтобы можно было потанцевать, обнявшись. Да, чтобы можно было бы послушать, подумать о своей жизни, поразмыслить, пофилософствовать. Слушайте, вы меня извините, я сейчас буду не про музыку. Вот извините меня. Роза мы ждали этого. Сказала такую хорошую фразу, что я же вот хозяйка, вы ко мне в гости придете, я должна подготовиться. А в обычной жизни, вот ты хлебосольная хозяйка, или ты, когда к тебе звонят, ты говоришь, слушайте, захватите пельмени, что-нибудь к чаю, у меня ничего нет. Я вот так делаю иногда, потому что времени просто нет. Вот эти в коробочках, которые? Да, вот эти вот самые дешевые в коробочках. Нет. Я очень гостеприимный, на самом деле, человек. И я очень люблю, когда ко мне приходят гости. И для меня это всегда прям такой ритуал. Я очень люблю готовить, я очень гостеприимна. И мои все друзья в последнее время стали немного жаловаться на меня. Это стало реже и реже. Потому что времени катастрофически не хватает. Но все равно я умудряюсь что-то там. Так, а коронное блюдо твое какое? Так, долма. А это что? Виноградные листья. Да. А, и... как голубцы? Да. Ну, как почти голубцы. Да. Слушайте, я, по-моему, еще и не ты пробовала. Ты не знала об этом ничего? Я знала, я просто не пробовала. Я запоминаю еду, когда ее пробую. Ну, это из национальной кухни. А из европейской... Так, что же у меня такое любимое и коронное? Я, на самом деле, очень люблю придумывать сама блюда. Вообще, я вот такой человек, который обязательно какая. Должен куда-то влезть и обязательно свое что-то внести. Я вот если даже граммовку не соблюдаю, уже прям все плохо сразу. Молодец. Слушай, а скажи, пожалуйста, у тебя вот плотный график очень, да? Поскольку ты человек очень энергичный. На что ты бы хотела, чтобы у тебя время осталось, и вот его не хватает? Ну, то есть, чем бы ты еще хотела заняться, помимо музыки, да, параллельно, но все время никак не получается, потому что, ну, просто вот... То есть я танцую со своим балетом, но мне бы хотелось именно латиноамериканскими танцами заниматься. Тем, чем я занималась в детстве. Сальса, бачата, латинская танго и так далее. Это просто моя страсть. Слушай, получается, ты в детстве занималась, а сейчас вот как-то прошло какое-то время, и ты подзабыла. То есть это... Я это безумно просто люблю, и я не то чтобы подзабыла, просто сейчас немного времени не хватает, и техники, соответственно, немножечко пора... вспомнить все. А мне кажется, это как на велосипеде. Если ты уже занималась, то ты, значит, включите да, музыку, и ты прям та-та-та-та, да, да, и все. Когда мне удается, бывают какие-то такие латиноамериканские вечеринки, я... А песня-то будет у тебя в латиноамериканском стиле какая-нибудь, чтобы ты могла в клипе? Да. Кстати, вот да. Будет. Здесь, на этом альбоме? В этом не знаю, но тут точно уже есть задумка. Может быть, это будет другой альбом, потому что столько идей, мы поняли, что нам надо сразу три альбома делать. Слушай, ну это будет тот случай, когда ты сможешь, в общем, осуществить вот то, на что не хватает времени пока. Да. Как раз показать свои вот эти вот все наработки из детства давние. Ну, хорошо. Ну что, мы прервемся ненадолго. А, нет, у нас есть чуть-чуть времени, между прочим. Я думал, что сейчас у нас будет песня. Пока еще нет. Пока мы продолжаем разговаривать. Да-да-да. Слушай, я хотел тебя быстренько спросить, где ты чувствуешь, где тебе комфортнее? Работать над песней в студии, допустим, вот думать, да, вот творческие всякие дела, мозговой штурм творческий, или все-таки, когда публика, когда люди, ты выходишь и началось все. Работать над песней? Да. В студии, конечно.
Ну, это такой индивидуальный процесс, который требует изоляции. А вот когда выходишь к людям на публике, коленочки дрожат чуть-чуть, или ты все-таки уже... Нет, бывает, люди много лет работают, выходят на сцену и каждый раз испытывают мандраж. Или нет у тебя такого? Есть волнение, конечно. Всегда? Обязательно, всегда, да, обязательно. Но стоит мне вот просто два шага на сцену сделать, и оно моментально проходит. Ну, а вот сейчас мы действительно прервемся, друзья, и через несколько минут вернемся в эфир «Страна FM». Будьте здесь. Утро страны на телерадиоканале «Страна FM». Доброе утро, друзья, всем. И потрясающая у нас сегодня совершенно потрясающая волшебная Роза Мажонс. Доброе утро, еще раз привет. Доброе утро. Доброе утро. Проснулись твои поклонники, задают вопросы нам в WhatsApp и Viber. Светлана Феофилова написала: «Доброе утро, Роза, а где вы занимаетесь вокалом? Очень нехарактерный голос для русской музыки». Вот так вот даже. Спасибо за вопрос. Многие это подмечают. Ну, я выросла на американской музыке, на черной музыке. Я люблю эту музыку. Вот. И, наверное, все-таки генетические какие-то корни, они тоже дают о себе знать. Армянское мое происхождение где-то там. Вот. Я думаю, что все это... А где занималась я вокалом? Я много где занималась, на самом деле, вокалом. И по сей день я учусь очно-заочно в Институте искусственной эстрадно-джазовом. До сих пор учишься? Да, до сих вот пор эти все учусь. Мимо-ма распевки? Да, 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 все, я учусь. Да, слушай, да. Обычный человек спрашивает, зачем вот ты это делаешь вообще? Ну, я у не тебя знаю, же, у меня синдром, так круто у все. У меня для чего вообще? Ты с детства. Так все умеешь. Вот синдром отличницы. Вот если я за что-то взялась, я должна это сделать вот на 5 с плюсом. Вот я сейчас занимаюсь музыкой, я пою. И вот мне вот это вот сверлит и гложет то, что я в свое время вот не получила какую-то корочку, вот не закончила ничего. И вот я сейчас хожу с редикюлем. Слушай, ну ведь получается, ты развиваешь свой талант, и, возможно, уже через 2 года, я не знаю, у тебя там будет вот такой диапазон, вот такущий. Ну да, было бы круто. Ну это та история, где потолков нет никаких, как мне кажется, границ. Уж бесконечно можно учиться. Да. Что касается творчества. Голос — это как мышца, которую чем больше ты тренируешь, тем... А вот ты сказал, что ты росла на такой американской музыке. Что ты слушала? Кто повлиял на твое становление? Ой, и Витни Хьюстон, и Майкл Джексон, и джазовые певцы многие разные... Я русскую музыку на самом деле слушала очень мало. Я даже не могу назвать бухгалтер. Никого, такого я вот ты вспомнила сейчас. Кто был моим. Я просто помню, что я чуть поближе к микрофончику, можно? Я вспомнила, что я слушала в детстве, и мне вот это вокально. Слушай, ну а все-таки, если... Можешь не отвечать на этот вопрос, но все-таки интересно. Вот среди ныне здравствующих наших российских артистов, там вот, ну, топ-10, скажем, кто прям вот ты слушаешь и говоришь, ох, вот вообще круто. Полина Гагарина. Вот прям вот очень круто, не могу. Полина Гагарина. Дима? Дима Билан. Что подсказываешь? Был у нас, потому Аня Лорак, Леонид Агутин. Кто у нас еще есть? Полно всех. Полно всех, а если я кого-то забуду, меня потом унесут в черный список. Мне кажется, список был более чем достойным, и на этом достаточно. Слушай, это а хорошие люди. Слушай, дуэтом хочешь с кем-нибудь спеть вообще, вот дуэтом? Да. С кем? Секрет? Сейчас я подумаю, с кем. Максим Александрович, вы слышите нас? Да, кстати, да. Вот зачем мелочиться? Вот и договорились. Отлично. А были у тебя попытки с кем-то спеть уже? Нет. Нет вообще? Нет, пока не было. В смысле, кто-то не получалось что-то, или у тебя просто не было никаких вот мыслей по этому поводу? И песни такой не было еще, да? Не было такой песни, не было такой цели. До этого нужно дорасти, чтобы это было все своевременно, должно назреть. Слушай, а свои песни у тебя есть? Да. Есть, да? А что тебе проще исполнять? Готовую, хорошую, качественную песню, которая тебе нравится просто, да? Но чужую. Либо свою. Свою, конечно. Хотя я знал ответ на это. А вот свою, конечно. Свою написанную песню ты когда-нибудь смогла бы отдать другому исполнителю, если... Вот так вот. Сказать. Если... Вот которая так подходит. Через переживания прошла, через какие-то, может быть, расставания, личные, любовные истории и так далее, и вот прямо от сердца оторвать. Вы знаете, напой. Пока для меня это штучный материал, то есть у меня их в арсенале не так уж и много. Пока я делиться не готова. Но если у меня их станет зацать... Попрет. Да. Вот так вот. Тогда я буду щедро делиться. Товарищи артисты, смело можете обращаться в самом ближайшем будущем. Роза, у нас остается 20 секунд. Практически все у нас настало разговор время прощаться? Да, 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 да. Пожелаю что-нибудь своим поклонникам быстренько. 15 секунд. Желаю вам этой осенью согреваться не только тепленьким чаечком, но еще любимыми объятиями. Каждое утро благодарить Вселенную за то, что есть. Смело мечтать вслух. А потом идти вперед, чтобы следить за тем, как это все сбывается. Друзья, Роза Мажонс, большое тебе спасибо, приходи и вам еще. Спасибо, спасибо, пока. Хорошего дня.